В администрации накануне выбирали подшефную воинскую часть. Совещание провела глава администрации города Жанна Белоцкая. Рассмотрев материалы по представленным военным частям, участники совещания единогласно приняли решение и остановили свой выбор на отдельной гвардейской краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского, Оренбургской казачьей танковой бригады, расположенной в Чебаркуле. Заместитель главы администрации Михаил Жижикин, который в составе рабочей группы побывал там, отметил, что командный состав данной военной части имеет довольно высокий уровень подготовки. Кроме того, часть оснащена учебным классом боевой техники, что поможет солдатам в подготовке к реальным боевым учениям. Так что уже в ближайшее время администрация Ноябрьска будет вести работу с чебаркульскими командирами по вопросу заключения соглашения о взаимодействии.